Всем привет! Начинаем маленькую зарисовочку из Новгорода Великого. Вот был, видел такой шикарный памятник Ленина и Зайца. Вспоминается книга Соловухина и воспоминания Крупской. Вот видите, слева Ленин стоит, там памятник. А вот есть грустный-прегрустный Заяц. Такое чувство сбудунца немного. Вот, собственно говоря, и все. Вот и все. Все пока, всем привет. Будете в Новгороде, посмотрите. Интересно. Пока.